Две резонансные чрезвычайные ситуации произошли на этой неделе в Ненецком округе. Огню подвергли сразу два объекта социальной сферы. 26 января в 3 часа ночи на пункт диспетчера пожарной части поступило сообщение о возгорании в школе поселка Искателей. Первыми на место пожара прибыли сотрудники отдельного поста, расположенного в поселке Искателей. По прибытии было обнаружено открытое горение в одном из кабинетов одноэтажного здания школы. В здании школы находился сторож, который вовремя обнаружил возгорание и сообщил в пожарную службу. Также сработала пожарная сигнализация. Сигнал был продублирован на пункт диспетчера. Возгорание удалось ликвидировать на ранней степени и избежать более тяжких последствий. К тушению пожара в общей сложности было привлечено 10 человек личного состава пожарной части и 3 единицы техники. Возгорание было уже ликвидировано и локализовано в 3:15-3:20 ночи. В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Материалы будут направлены в специализированную пожарную лабораторию в Республику Коми. Предполагаемая причина пожара – это проблемы с электропроводкой. Отметим, что в апреле прошлого года в этой же школе уже было возгорание в электрощитке. Дети и сотрудники были эвакуированы до приезда пожарных. Еще один пожар на этой неделе, 25 января 2022 года, произошел в поселке Амдерма. В результате пожара здание Дома культуры практически полностью уничтожено огнем. Развитию пожара способствовали неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра. К ликвидации пожара были привлечены силы и средства отряда Государственной пожарной службы, пожарно-спасательного подразделения Амдерминского аэропорта и местное население. В общей сложности в тушении пожара было задействовано 16 человек и 4 единицы техники. В понедельник, 31 января, в Амдерму вылетит дознаватель для установления причин возгорания. Катерина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север».